Перми стартовал чемпионат России по кикбоксингу. Более 600 спортсменов из разных регионов России, в их числе и сборная Дагестана, выступают в следующих дисциплинах. К1, лоу-кик, фулл-контакт, лайт-контакт, паунд-файтинг, а также в разделе сольные композиции. В этом году соревнования впервые проходят по всем 6 разделам одновременно. Победители и призеры турнира определятся 2 декабря.